Я знаю, что мне повезет. Здорово, что вы с нами, дорогие друзья, и начинаете эту неделю в нашей приятной компании. Каждый будний день в 20:55 здесь я, Юлия Чернеева, и кто-то из вас, наши дорогие зрители, подводим итоги наших очередных розыгрышей, которые мы проводим в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте телеканала «Самара ГИС». Нас уже почти 10 тысяч, и хочется вам открыть небольшой секрет, что 10-тысячный наш участник группы получит приз. Какой? Об этом узнаете совсем скоро. Следите, вступайте, дерзайте. Что нужно для того, чтобы принять участие в нашем розыгрыше? Ну, во-первых, быть частью нашей команды, быть в нашей группе, искать объявление о розыгрышах, оно появляется регулярно, ставить порядковый номер в комментарии, обязательно следите, чтобы ваши номера не повторялись, чтобы не было обидно, и не ругайтесь, дорогие друзья. Ну и, конечно, делать репост, чтобы все-все знали о том, что здесь на телеканале «Самара ГИС» у нас что-то интересное, полезное, приятное разыгрывается. Ну и кто же сегодня будет, так сказать, помогать мне, кто будет тянуть своей счастливой рукой бочонки? Наша зрительница — это Даша. Даша, добрый вечер. Добрый вечер. Даш, ну расскажи немножко про себя, почему захотела попасть, почему захотела лично поприсутствовать здесь на нашей программе. Ну, я пою, я хочу в будущем быть актрисой, так, певицей, и я надеюсь, что моя мечта сбудется, и сегодня, благодаря каналу «Самара ГИС», я пришла сюда, и спасибо большое, «Самара ГИС». Это твое первое появление на телевидении? Нет, «Самара ГИС» уже меня снимал, когда я была в первом классе, приезжали ко мне в школу и снимали эфир. Ух ты, представляете, друзья, вот теперь спустя уже сколько лет, Даш, можно сказать? 8 лет. Вот, 8 лет спустя можно, собственно, здесь легко и просто в нашем эфире оказаться. Даш, ну давай, мешай наш мешочек. В очередной раз, друзья, хочу сказать, что вы также можете оказаться здесь на месте Даши и посмотреть ту самую телевизионную кухню изнутри. Мы разыгрываем, как и обещали, друзья, пригласительные билеты на концерт замечательного волжского государственного русского народного хора. И это будет замечательный спектакль, такое вот музыкальное выступление «Выйду к Волге на заре», 17 апреля. Мне кажется, что театр оперы и балета вас с удовольствием примет в свои уютные стены. Ну что, первый билетик держу в руках. Даша, что же это за номер? Номер 30. О как! Голос поставлен, человек поет. Номер 30. Спасибо. Даша, а можно типа попросить тебя следующий номер спеть, что ли, нам? Ой. Ну давай, 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 мешай мешочек, доставай бочонок. Итак, у нас номер... Какой же это номер? Номер 10! Номер 10, 30 и 10. Вот такие у нас сегодня хорошие, яркие, кругленькие числа получились. Даш, ну что, от тебя привет прямо в камеру. Давай, дерзай. Ну, я хочу передать привет своим родителям, папе, маме, бабушке, семье Баранкиных и своим любимым одноклассникам. Ура! Ну а вы, друзья, смело прямо сейчас вступайте в нашу группу и ищите там объявление о новом розыгрыше. Я знаю, что вам повезет. Спасибо, до свидания.